вами общаюсь, как бы эмоции не остались. Очень тяжелый матч был. Какую игру мы уже на первых минутах второго тайма пропускаем, то есть ахиллесовая пята, какой раз об этом говорю, и не знаю, что будем, что-то надо будет делать над этой ошибкой. Ребят, хочу поблагодарить с победой, то есть дожали, на последних минутах забили, выстояли, молодцы. Ну и очень много было ошибок в этой игре, то есть мы столько не совершили, наверное, за последние 3-4 игры. То есть такие детские ошибки. Хорошо, что нас соперник не наказал.